Продвинутый набор, но только под правую руку. В этом видео распакуем комплект клавиатура плюс мышь Eifotec 9300F, что в комплекте: беспроводная клавиатура, две батарейки стандарта 3А, беспроводная мышь, одна батарейка стандарта 2А, USB-приемник, удлинитель для приемника, документация. Начнем с мыши. Корпус у нее несимметричный, с подставкой под большой палец на левой грани, так что она подойдет только правшам. Длина у мышки скромная – 108,5 мм. Это вариант для небольшой или средней руки. Немного о клавишах. Их здесь 5. Правая, левая, колесо с поддержкой горизонтальной прокрутки, рядом с ним кнопка двойного клика и на середине спинки кнопка изменения чувствительности оптического сенсора. Разрешение меняется в диапазоне от 1000 до 2000 dpi. В основании мыши расположен отсек для батарейки стандарта 2А и выделено небольшое место для USB-приемника. Перейдем к клавиатуре. Это полноразмерная модель с мультимедийными клавишами в левой части, а внизу разместилась небольшая подставка под ладони. По механизму все просто. Это мембрана с плавным тихим ходом. На дне клавиатуры находится отсек для двух батареек стандарта 3А и откидные ножки для регулировки угла наклона. Оба устройства работают от одного USB-приемника. В комплекте идет удлинитель, чтобы подвести приемник как можно ближе к девайсам. Это усилит сигнал. Подведем итоги. Это беспроводной набор с приятными фишками в виде подставки для ладоней и дополнительных клавиш у клавиатуры, а также переключение разрешения и горизонтальной прокрутки у мыши. Но учтите, что мышь тут асимметричная, так что такой набор подойдет только для правой руки.